Эти ребята держат строй как профессиональные военные, а между тем это подростки. 90 юноши успешно завершили смену в городском военно-патриотическом лагере «Хочу стать десантником». Глава администрации Сергей Белов вручил тем, кто совершил свой первый прыжок, удостоверение парашютиста. Традиционно 12-й год, 22 июня, мы вручаем здесь удостоверение нашим ребятам, которые прошли лагерную смену 21 день, которые условия были приближены максимально к армейскими. Вы видите, как они выглядят, какие у них серьезные лица, как они стараются. Я считаю, что это наше будущее, которое должно воспитываться в духе патриотизма. Наша цель за этот срок, за смену, да, довести до них, напомнить им, насколько им дороги родители. Вот это, наверное, основная цель, чтобы они, во-первых, стали более такие мужиками, стали крепкими, сильными. И воспитывать в них любовь к отечеству и любовь к родителям. За 3 недели они успели прикоснуться к военному делу. Как показывает практика, это не проходит бесследно. Многие из ребят станут курсантами военных училищ. Кстати, за 12 лет существования лагеря военную подготовку прошли 1600 юношей. В этот раз мы были, на полигоне на экскурсии в воинской части в разведподразделении. И там подошел ко мне сержант разведроты, который 5 лет назад был у нас в лагере. Сейчас он контрактник. И на хорошем счету у командира. Впереди у лагеря еще 2 смены, а значит, совсем скоро еще больше нижегородских подростков в будущем решат стать десантниками.